Можна взагалі зараз сказати, як вони опинилися в цьому котлі біля лиману? Ну, самое краткое, короткое объяснение по глупости. Потому что, видите, то, что котел около лимана или вокруг лимана будет возникать, будет создаваться, было известно, об этом открыто говорили уже дней 10 тому назад. Уже в то время, когда, ну, в начале, я бы сказал, где-то около 20-х чисел сентября, то есть 10 дней тому назад, 10-12 дней тому назад, уже было ясно, как наступают войска ВСУ, как они охватывают этот укрепрайон Лимана, как с севера, со стороны Дробышева, по-моему, да, так и с юга двигаются, со стороны Ямпеля. Ну, понятно, что вот даже ну, человеку не профессиональному военному, а просто вот если смотреть на карту, было понятно, что как бы создается два таких острия, которые будут двигаться навстречу друг другу, и они действительно двигались. Но тем, значит, тогда какая стояла перед российским командованием стоял вопрос, а что делать? Можно сохранить Лиман в том случае, если эти клещи сомкнутся вот тут в центре карты, есть вот этот самый населенный пункт Заречное, вот там они должны были сомкнуться. Ну так вот было видно, как двигаются, просто вот смотря на карту, каждый день нанося на карту продвижение там, названия населенных пунктов, местностей, которые становятся зонами боев, было понятно, что они, эти клещи должны сомкнуться где-то в районе Заречного. Ну, в районе, я говорю, не обязательно в этом городе, но где-то вот в этом населенном пункте, но где-то должны сомкнуться так, чтобы перерезать вот дорогу, она видна на карте, дорогу, связывающую Лиман с Заречным и дальше туда, уже в сторону оккупированных Россией районов Луганской области. Вот дорога идет, вот видно, как около Заречного там, значит, вот три дороги сливаются, ну, довольно такая сложная, две дороги сливаются в одну на юге, потом еще они раздваиваются. Вот понятно, что этот пункт, населенный пункт, он становится целью наступления, потому что если вы его возьмете, ну, значит, вы будете контролировать не одну дорогу, а целых три, даже четыре дороги. Это очень важно. Понятно, что для любого человека, ну, сколько-нибудь понимающего в военном деле, понятно, что это цель. Но российское командование как-то вот не обращало, то ли не обращало на это внимания, то ли не имело разрешения от Владимира Путина для того, чтобы вовремя отвести войска из Лимана, то ли надеялось на то, что вот гарнизон Лимана и гарнизон этого укрепрайона способен будет выдержать наступление. Но, понимаете, тут еще одна была, один фактор действовал. Дело в том, что у русских вот в этом районе, на севере Луганской области, в общем, нет резервов. Эти резервы, возможные резервы, были там пару месяцев тому назад, были переброшены либо на юг, в Херсонскую область, там, где они были дислоцированы на правом берегу Днепра, по разным причинам, и, во-вторых, под Донецк. И, в общем, оборона Луганской области, да, и вот Харьковской области сначала, потом сейчас уже и вот северный кусочек Донецкой области и Луганской области, она была просто была оставлена без необходимых резервов. А без резервов воевать нельзя. Были только вот небольшие сравнительно, ну, если говорить про Изюм, там было около 10 тысяч группировка, а если говорить о Лимане, там называли цифры 6 тысяч российских солдат и офицеров. Но это не те войска, которые могут выдержать сравнительно длительное окружение, бой в окружении. Вообще в окружении очень тяжело воевать. И как
Причем русские даже не учились на собственных ошибках, потому что под Изюмом группировка их была окружена. Ее не уничтожили физически, ее окружили. Но там из-под Изюма они смогли уйти. То же самое окружение намечалось под Лиманом. Но, казалось бы, вот можно просто вспомнить, что произошло под Изюмом, и принять какие-то меры. А какие меры можно принять, если у вас нет резервов? Ну, значит, только одни. Нужно уходить. Действительно, нужно вот то, что называется, спрямить фронт. Если бы вовремя российское командование приняло такое решение и отдало бы приказ на такой организованный, систематизированный отход, ну тогда, может быть, ситуация уже под Кременной сейчас была бы совсем другая. Может быть, тогда удалось бы вывести достаточное количество тяжелого вооружения, без которого воевать невозможно. Нет, видимо, был приказ Владимира Путина стоять до последнего. Ну, понятно, что Путин, который планировал как раз в это время, вот в последние там 10 дней, он планировал вот это свое замечательное выступление, ну, замечательное в кавычках, и аннексию оккупированных территорий. И вот в этот момент, конечно, отступать из Лимана с той самой территории, которую он, значит, тогда собирался объявить, ну и объявил своей, ему казалось очень не кстати. Ну что ж делать? Ну, теперь вот вооруженные силы Украины сорвали вот этот вот удовольствие, ему испортили. Ну так, очевидь, він це теж розумів, бо щось якось нерадісно було йому і під час промови цієї, і поки всі танцювали там на Червоній площі, російські війська якраз в цьому котлі і опинялися.